рассказывают, что на заводе все как-то не отлажено, несерьезно, кустарно. Но, может быть, рыбы во вкусные консервы положили с излишком, чтобы компенсировать то, что мясо заражено паразитами? Я Олег Солнцев, и это наш Потребнадзор. Программа, которая доказывает, что наша жизнь может быть долгой, комфортной, безопасной, и за это совсем не обязательно переплачивать.